для приготовления лодочек из авокадо нам понадобится авокадо, болгарский перец, 2 средних огурца, половинку красного лука, специи по вкусу. Перец и огурец нарезаем мелкими кубиками. Лук мелко шинкуем. Авокадо обрезаем пополам и убираем косточку. Убираем мякоть с авокадо, но не полностью. Мякоть проминаем вилкой, превращаем в пюре и перемешиваем с огурцом и перцем и луком. Фаршируем лодочки. Приятного аппетита!